Всем привет! Сегодня у меня интересная выпечка из творога. Я ее сделала в форме небольших кексов. В рецепте творог входит как в начинку, так и в само тесто. Сверху у них хрустящая корочка, а внутри они нежные и похожи на сырники. С начинкой можно экспериментировать. Например, добавить в нее изюм или сухофрукты. Все продукты для приготовления должны быть комнатной температуры. В глубокую тарелку я высыпаю творог. Добавляю в него сливочное масло, всыпаю сахар, щепотку соли и ванильный сахар. Сначала я все хорошо перемешиваю лопаткой. Масса становится более светлой и гладкой. Затем я добавляю просеянную муку, разрыхлитель, снова замешиваю тесто лопаткой. И как только оно становится густым, продолжаю руками. Готовое тесто собираю в комок. Оно получается нежное и податливое. Для удобства я разделяю его на две части. Заворачиваю в пленку и убираю в холодильник примерно на полчаса. Пока тесто охлаждается, я подготавливаю творожную начинку. В тарелку я высыпаю творог, добавляю к нему яйцо, сметану, и высыпаю ванильный сахар и просто сахар. Затем я добавляю немного муки. Ее количество зависит от влажности творога. Начинку я хорошо перемешиваю, пока оставляю в сторону. Охлаждать ее в холодильнике не надо. Тесто охладилось. Посыпаю стол мукой, передаю тесто в форму квадрата и начинаю его раскатывать. Раскатываю тесто достаточно тонко, ширина пласта примерно 3-4 мм. Фигурным ножом я обрезаю тесто края и затем разделяю его на квадратики. Ширина квадратиков зависит от размера формы, в которой будут выпекаться кексы. Полученные квадратики я выкладываю в форму для выпечки кексов. Немного прижимаю у них донышко. Получается как бы небольшая корзиночка. Я заполняю ее творожной начинкой и загибаю вовнутрь края. Ставлю первую партию кексов выпекаться. Выпекаю я их в заранее разогретой духовке до температуры 180 градусов. Пока творожное лакомство у меня выпекается, я формирую вторую партию из остатков теста. Кексы готовы. Смотрите, какая нарядная получилась выпечка. Можно посыпать ее сахарной пудрой. Но так как творог кислый, она будет немного на нем подтаивать, поэтому лучше украшать кексы перед подачей. От кексов исходит изумительный аромат творожной выпечки, и они получаются очень нежные. Если вам понравился рецепт, попробуйте их приготовить. Точное количество ингредиентов в начале видео и внизу в описании. Всем самого доброго, до новых видео, пока!